Место, где установлен памятник космическому кораблю «Буран», парк Гагарина, станция метро с одноименным названием. Самарские студенты в честь Дня космонавтики обошли с десяток знаковых мест в Самаре и везде устраивали флешмоб. Фотографировались, выкладывали фото в соцсети с хэштегами на тему космоса. Волонтер Андрей Прокаев уверен, подвиг советского летчика Юрия Гагарина, совершенный 60 лет назад, не забудется никогда. Я буду смотреть на небо, как взлетает ракета. Прямо как раз видно челнок «Буран», известный нам всем аппарат космический. Если бы стоял бы главный символ корабля «Восток-1», тогда бы я тоже смотрел, как Юрий Гагарин смотрит на нас, а мы машем рукой, желаем доброго полета. Одна из станций городского метро названа в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Ее построили за 4 года и запустили в декабре 93-го. Космическая тема преобладает в оформлении платформы. Колонны выполнены в виде сокол-ракет. Волонтеры Самарского дома молодежи уверены, в России есть две знаменательные даты, которые нужно помнить и отмечать всегда. У волонтеров Победы есть хэштег «Не только 9 мая». Вот мы считаем, что это должно быть применимо ко всем достижениям и о нашем чудесном космическом прошлом и будущем тоже нужно помнить каждый день. И вот такой замечательный повод напомнить молодежи о наших победах в космосе. Прошла фотосессия и рядом с музеем «Самара космическая». Настоящий ракетоноситель «Союз» прикреплен к фасаду здания. Этот летательный аппарат – рекордсмен по количеству запусков. Их у него 1881. Волонтеры не упустили возможность и здесь сделать фото. Это наше всеобщее достижение, мы этим гордимся. И, конечно же, решили вот такой замечательной акцией с хэштегами «Молодежью» популяризировать данное мероприятие. И еще раз напомнить всем, это великолепное событие, что именно нашими соотечественниками, жителям, в том числе нашего города, приложено огромное количество усилий для того, чтобы мы достигли этой цели и первыми оказались в космосе. Фотографии, снятые в знаковых космических местах Самары с хэштегами в рамках всероссийской акции «Поехали» 12 апреля появятся в соцсетях. Присоединиться к акции может любой желающий. Автор самой популярной фотографии получит приз. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.